Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и в этом видео мы с вами поговорим о таком вот огромном, шикарном заказе. Очень люблю, когда так много всего мне приходит. Ну что ж, начнем. Итак, у нас был бонус за покупку в прошлом каталоге, это заказ еще с прошлого периода, и, конечно же, я набрала побольше очень классных штук. Это все идут кремчики. Первый кремчик — это бальзам-растирка с пчелиным ядом. Классный, клевый, суперский, и, конечно же, я могу вам сказать, что эта вещь снимает напряжение, неприятные ощущения у меня в пояснице всегда. Перемешиваю его с Signum One. Кстати, он у меня закончился, поэтому я тоже его заказала. Вот 158.15 плюс 12.80, и на утро спина как новая. Вообще, просто идеальный тандем для меня. Я очень довольна и, конечно же, рекомендую и вам попробовать. Значит, артикул 12.80, он идет немножечко с разогревающим таким эффектом. Да? Обычный такой белый светлый крем. Да, как вы видите, разогревает кожу, разогревает все, что нужно. И, конечно же, боль проходит. Со спиной я уже с 19 лет маюсь. Рекомендован он именно для нанесения на кожу в области суставов, поясницы. После интенсивной физической нагрузки снимает напряжение и неприятные ощущения. Вот у меня после травмы одно коленко болит. Я всегда вот эту смесь на себя наношу. Поэтому бальзам с пчелиным ядом я всегда покупаю помногу, потому что я его и маме своей отправляю, как вы видите. И, конечно же, я отправляю бальзам этот свекрови со свекром, да, маме с папой, свекрови со свекром. И очень много где им пользуюсь, поэтому он у меня и в пустых баночках моих каждый раз, прямо каждый раз. И, конечно же, таким образом я запасаюсь. И тут был бонус за покупку, цены были вообще смешные, поэтому я на всех взяла побольше этой красоты. Он того стоит и без скидки, в принципе-то, да. Далее идет кремчик такой вот с аргининчиком. Его я взяла пару штучек, потому что я его реже, конечно же, использую. Он содержит биоактивную формулу аргинина. Также комплекс натуральных экстрактов. Имбирь, каштан, донник, листья подорожника, которые восстанавливают и улучшают защитный барьер именно кожи. Тоже очень хорошая штука. 12.79. Просто великолепно. Далее тут у меня идет чек. Чек. Это у меня Signum 15. Это нейропротектор для моей Викуси. Идет туда. И универсальный косметический гель Signum One. Тоже вот такая вот красота. Как раз таки первый чек у меня был на 13 тысяч рублей. Я, конечно, набрала в этом каталоге очень много всего. Это, конечно, здорово. Вообще, я очень часто его заказываю, и меня спрашивают, неужели он такой действенный. Да. Он для меня очень действенный, он мне очень хорошо помогает. Недавно прочитала про него отзыв, что он помогает даже при воспалении глаз. Да, такой вот гелюшка. При воспалении суставов. Если человек плохо слышит, через месяц-полтора, если им часто пользоваться, то он лучше слышит. Болит голова, намазать виски, он действует как таблетка, минут через 20, все проходит. Болит горло, смазать горло. То есть такая вот универсальная штука, очень хорошая. Есть там, например, какие-то папилломы, папилломы им тоже лечатся. Да, он стоит дорого, с одной стороны, но с другой стороны, лично я понимаю, что такое здоровье. Я даже ребенка при кашле им смазываю, и, конечно же, состояние улучшается. Вообще, он идет как регенерирующий гель на основе сигнальных пептидов, который обладает специфическим действием для поддержания нормальной функции опорно-двигательного аппарата. Улучшает обмен кальция в организме, улучшает трофики клеток, хрящевой и костной ткани. Также он предотвращает отложение кальциевых соединений в сосудах, мышцах, суставах, внутренних органах. Например, взяли и сигнумом смазали, когда идет боль при женских днях. Все смазали, да, там от бедра до бедра, низ живота. Все взяли, потолще смазали, ждете, оно должно пройти. Мне лично помогает. Устраняет мышечные судороги, спазмы, нормализует функции иммунной системы, способствует улучшению метаболизма и регенерации соединительной хрящевой и костной ткани. Он рекомендован в качестве вспомогательного средства при лечении пациентов с дегенеративными изменениями функций хрящевой ткани даже при воспалительных и трофически дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Вот такая вот красота. Применение у него очень, в принципе, простое. Его нужно просто тонким слоем наносить на проблемные зоны кожи или места проекции внутренних органов. В принципе, все. Далее заказала вот такую вот красоту. Их было немножко побольше, но я уже кое-что израсходовала. Очень люблю, очень нравятся мне эти маски-шапочки, которые идут как восстанавливающие для поврежденных волос. Работают прям мега шикарно. Где-то у меня было снято, да, вот тут вы видите видео по вид новиночкам. И, конечно же, хочется, вот вы знаете,
похвалить эту маску, потому что сколько бы я ее ни делала, потом такие волосики кайфовые, классные. Она идет с интенсивной формулой, которая предназначена для глубокого восстановления и интенсивного питания сильно поврежденных волос. Кератин распознает ослабленные участки волоса, заполняет их и утолщает волосяной стержень и уменьшает ломкость. Волосы выглядят здоровыми, гладкими и блестящими. И еще я вам скажу, что они такие классные, рассыпчатые, легкие, без утяжеления, вообще очень нравится. И форма шапочки способствует эффективному проведению процедуры ухода за волосами прямо в домашних условиях. То есть мы с вами голову помыли и на влажную голову просушиваем голову полотенцем. Вот видите, тут вот это вот средство. Извлекаем шапочку и все. И можно ее наносить и закреплять таким вот образом. И все у вас получится. Ходите в этой шапочке минут 20, а затем снимаете и промываете волосы просто теплой водичкой. Очень классно, клево, но единственное но, когда вы надеваете, нужно помассировать, чтобы равномерно все вот это вот дело, питательную маску распределить и посидеть под пакетиком. И, кстати, копна волос сюда войдет любая, даже моей дочке. Просто супер. В общем, шапочка уже на мне. Раз я ее открыла, надо расходовать. Очень хорошая штука. Дальше, конечно же, влажная туалетная бумага. Скоро едем в путешествие, у нас бумага закончилась, потому что мы то в лесу домик снимали, то еще что-то, и все время брали ее с собой. Дома у нас в туалете, конечно же, гигиенический душ есть, и нам, в принципе, она особо так-то и не нужна. Но бывает и такое, что пригождается даже дома. Взяли с собой просто огромное количество туалетной бумаги, израсходовали, поэтому я купила аж целых 5 пачек с артикулом 304.01. Дальше, вот эти маски, я не знаю, это просто великолепие какое-то. Я не знаю, как описать эту маску, но она просто супер-мега мощная. Она так хорошо разглаживает лицо, что просто у меня к ней нет никаких прямо претензий, никаких замечаний, до чего она удобно на лице держится. Нужно масочку делать 15-20 минут, и я сейчас ее и сделаю. Ну, слушайте, мне после душа абсолютно нельзя снимать обзор, иначе будет вот это. То, что вы сейчас видите. И шапочку сделала, и масочку. В общем, так и взяла, и так и сделала. Очень классная маска. Реально очень хорошо преображает кожу лица. Мне прям мега-мега-мега нравится. Прямо вот разглаживает великолепно. Беру ее всегда с собой теперь в отпуск. Но и не забываю брать старую версию маски алоэ. В общем-то, ее я брала 10 штук, но вот осталось уже 9. Да, обалденная маска, которая идет с гидролизированным коллагеном. В составе маски оказывается омолаживающий, подтягивающий эффект. Улучшает контур лица, сокращает количество морщин и глубину. Очень сильно сокращает. Пробуем, вообще даже не сомневаемся. И после применения маски кожа выглядит свежей, отдохнувшей и сияющей. Подтверждаю. Артикул 13.84 вот у этой вот красоточки. Далее масочка, которая у меня тоже уже 3 штучки осталось, это Бироэл. Это тоже наша новейшая новинка, в которую я влюбилась. Вот столько много. Девчонки ко мне приезжали на воронку, все прямо как одна эту маску делали. Им она очень понравилась и сказали, что теперь мы знаем, что будем заказывать. Потому что вот, например, Региночка приезжала к нам, она сразу сказала, что я половину продукции не знаю, я всего лишь 4 месяца в компании, а уже Рубинова директора открыла. И, конечно же, она, попробовав эту маску, сказала: вау! Ну, мы с ней примерно одного возраста, поэтому ей маска тоже очень понравилась. Артикул 1574, она увеличивает скорость клеточного метаболизма, способствует усвоению кожи питательных веществ, уменьшает количество свободных радикалов. Также идет тут в составе не только золото, но и медовый экстракт, который предупреждает появление признаков старения, смягчает, повышает тонус и упругость кожи, укрепляет тонкую кожу, разглаживает мелкие морщинки. И она, вот эта маска, создана специально для подтяжки лица, укрепления лица, омоложения кожи и придает ей сияющий вид. Ее делать нужно 15 минут. Если ту можно 20, то вот тут 15 указано. Я за временем всегда слежу, всегда на телефоне засекаю таймер или на часах, потому что бывает такое, что я могу заработаться. Вот как сейчас, да, сижу, снимаю обзоры, могу заработаться и, ну, что-нибудь да там да и забыть. Вот сделать, снять, ага, масочку накапала, да, на новый каталог. Единственный. Ну, мне скоро еще один придет. Это наш 14-й каталог. Ох, какая красота. Будем с вами тестировать это все дело. Больше всего мне, конечно, интересно вот эта палета. И сияющий, и светлый оттенок, и черный оттенок. Больше всего очень хочу попробовать черный, потому что у меня холодная внешность, мне черный очень нравится. Ну и, конечно, хочется нашими новыми пластинами помыть. Но пока что только на картинке я это все дело вижу. По VIP-новинкам уже заказала. Так, далее у нас с вами идет чек.
на 11 тысяч. Чек на 11 тысяч. Ну и также вам его покажу. Вот маска, шапочка восстанавливающая, которая сейчас на мне. Туалетная бумага, таблетки для посудомойки, бальзам для всех типов волос. Вот такая вот красота. Вот такая. Все, кончилось. Итак, еще один чек. Подушка с искусственным лебяжьим пухом. А, кстати, да, подушку. Я еще заказала 10 подушек. Почему-то 9 плюс 1 тут отобразилась. Тоже вот заказала. Итого у меня... получилась очень даже немаленькая сумма. Тот чек где-то примерно 11, тут 11, еще и тут 7,5. Ну, в общем, такой на 20 с лишним тысяч рублей заказ, почти на 30. Ну, прямо что-то я разошлась в этом каталоге. Наверное, карточки твой бонус хочу. Так, дальше. Наверное, это был бонус за покупку, но у Антона полностью закончился шампунь-гель для душа. Он его как шампунь не использует, он использует шампунь только эксперт голубой, причем без разницы, какой он будет использовать. Он использует и с бальзамом, и без бальзама. Ну, я ему стала с бальзамом брать, как вы видите, огромное количество, потому что скоро мы с ним поедем. Конечно, один с собой возьмем, мамам, папам отправим. Это все быстро все уходит, ну и сколько достанется мужу, больше всех, как мы смеемся. Очень приятный аромат. Восьмой элемент. Очень вкусный аромат. Мне очень нравится вот эта вот морская свежесть. Такая классическая, приятная. Такая, какая и должна быть. Большой объем. 400 мл. Артикул 13-12. Но еще раз повторюсь, голову он им не моет. Он моет им только тело. То есть использует его как гель для душа. Поэтому как он работает как шампунь, ни я, ни он, никто сказать не можем. Это тоже шло по акции. Поэтому я заказала кучу малу восстанавливающих бальзамчиков. Вот прям такая вот целая колесница их. Скоро увидите в пустых баночках. За мной не заржавеет. За Катей тем более. У нас еще Юлька племяшка ночует. Поэтому, конечно, три девочки с этим справятся реально быстро. Хотя, кажется, так много. Куда столько, да? Девочки с этим справляются мгновенно. Маме, бабушке. Маме с бабушкой. И остальное все нам получается. Что я ж такое купила? Вот это у нас идет восстанавливающий бальзам именно для поврежденных волос. Он делает волосы мягкими, действительно, правда. Он делает волосы упругими, здоровым, внешний вид делает и восстанавливает поврежденные волосы. Шикарное просто средство. Так, сразу отломить. Таким оно цветом светленьким. Бывает иногда слегка таким желтоватеньким, но я думаю, это не столь суть важно. Очень такой он мягкий, клевый, такой хороший. Смывается легко. Волосы рассыпчатые, не липкие, не струящиеся. Струящиеся, наоборот, не сосульками. Знаете, бывают тут сосульками. Нет, прям все отлично, никаких нареканий нету. Так, тут у меня опять пчелиный яд и аргинин. А вот это вообще смешно. Звонит моя мама и говорит: Аня, у меня очень болит бедро, закажи-ка мне там свой вонючий-то. Я понять не могу, что у меня такое есть вонючее, что маме помогло. Я же все, что себе заказываю, то и ей заказываю. Да что ж это такое вонючее? Потом вспомнила, говорю: мам, сабельник. Да-да, Аня, сабельник. В общем, отвезла я пчелиный яд, ждала, пока сабельник приедет. Вот, пожалуйста, сабельник. Приехал маме. Ну, он действительно, аромат у него из ряда вон удушающий, но он действительно тоже прямо великолепно работает. Артикул 12.82. У кого вот прям серьезные уже проблемы, вот 12.82, перемешивайте Signum One и очень хорошо помогает. Ну, за себя скажу, что я не смогла им пользоваться, хотя буквально за 15 минут даже стреляющую боль в спине он у меня убрал, лично у меня, да, вот только я почувствовала, что начинает изредка простреливать, я думаю, божечки ты мой, не дай бог, разболится мне скоро в поездку, я этим сабельником намазалась, пришлепнула туда пакет, пока спина, ну, липкая на креме, и вот так вот походила, он мне очень хорошо прогрел, и у меня уже вот через 15 минут начали проходить все ноющие, тянущие боли, и плюс ко всему, я его не стала смывать, просто убрала пакет и так и легла спать с сабельником на спине. Ощущения, если заткнуть нос, очень великолепные. Но когда ночью переворачиваешься, даже муж говорил: фу, потому что из-под одеяла вот этот запах начинает идти. И он, конечно, очень впечатляющий. Но я не могу сказать, что прям нереально и невозможно. Можно это чувство вытерпеть, но у него реально сильный аромат. И он очень хорошо помогает. Значит, пахнет он, понятно, что сабельником, шалфеем и эфирным маслом чайного дерева. Они оказывают местное разогревающее действие на кожу. И он получается эффективен после физической нагрузки. Снимает боль, напряжение, неприятные ощущения и так далее. Испытано на практике. Да, вот кому надо, это прям круто. 12.82. Хотя он обычный светлый крем. Ну, я не могу сказать, что у него есть что-то, что на вид меня бы смущало. Нет, вот обычный такой светленький кремушка, да, видите? Вот такой простой.
Нет, запах, ой, дайте я закрою. В общем, маме он помогает, и это очень хорошо. Вот, она у меня сейчас с папой лежит в больнице, в неврологическом отделении, у меня папа, ножки отказали, ходит еле-еле, далеко вообще ходить не может, падает, поэтому как бы... Такая у нас история получилась, что пришлось с ним в неврологическое его положить. Согласился он лечь только вместе с мамой. Ну, пока он может сам себя обслуживать, они вдвоем там и лежат. Вот такая вот красота. Это у меня понравившийся бальзам, который, я бы сказала так, чересчур сильно питает волосы. Промываю его подольше, чем обычный бальзам. Ну и волосы, ну, максимум 2 дня и нужно мыть, потому что он слегка их утяжеляет. Но он обогащает и питает волосы от корней до кончиков и способствует активному росту. То есть он так и называется — рост волос. Он восстанавливает поврежденные участки, улучшает состояние волос, придает прядям шелковистость и мягкость. Я вот могу сказать, что этого бальзама мне не хватало очень сильно. Особенно, знаете, он хорош тогда, когда вот вы сделали маску и потом нанесли, когда смыли маску, уже вот этот бальзам. После, допустим, 2-3 дней каких-нибудь фотосессий, ассамблей, когда мы жжем волосы, делаем укладки, и волосы говорят: «Эй, я сейчас отпаду». Да, кстати, лак у меня Faberlic, если что, да, то есть у меня отпал ноготь, и... Я покрасила сверху этим лаком, пришпандорила на лак кончик, и сейчас вроде нормально держится. Так, значит, у этой красоты артикул 1771. Могу сказать, что он содержит еще биотин, витамин красоты B7 и биотехнологический комплекс еще идет в составе, который интенсивно укрепляет корни, заряжает волосы энергией, обеспечивая питание волосяных фолликулов. То есть, ну, как бы вот тут все, все идеально. Можно и повтирать даже в кожу головы, и он не нагревает. Голова с него не горит. Могу похвалить, он очень удобен в применении. Единственное, что мои волосы, они у меня очень густые, но очень тонкие. И получается, он их, ну, как бы так, утяжеляет, заметно утяжеляет. Далее, это нейропротектор Signum 15. Заказала своей доченьке, младшей. Почему? Потому что у нас аутизм. У нее еще есть аллелия, и еще есть непонимание речи. Из-за того, что она речь до сих пор не понимает, она не может... Ничего сказать, что она сама-то хочет. Вот она просто тупо ревет и все. И вот угадай, то ли у нее живот болит, то ли она конфету захотела. Ей тяжело разговаривать. И вот артикул 158-29, мы его в прошлый раз пропили 3 месяца. Сейчас мы будем целую упаковочку вот такую уже скоро допьем. И когда приедем с интенсива, еще вот эту тоже будем пить. Мы сейчас на дельфинотерапию поедем, биоакустику, нейрокоррекцию, логомассаж поедем к остеопату. Ну, в общем, там курс такой был 10-дневный. Потом мы вернемся уже в начале октября и, конечно, начнем снова его пить. Ну, какой эффект от него? Меньше заторможенности, больше каких-то мыслей в голове и так далее. Но это я уже говорю по себе. Да, у Вики, конечно, все немножко по-другому. Нам 11 лет, и она вот до сих пор не может, не умеет ни считать, ни писать, не может написать слово, прочитать слово, понять это слово. Алфавит, например, знает, а слово, допустим, вот это же масло, она не сможет прочесть. Вот такая вот у нас история. Она не поймет смысл. Она скажет масло. А что это за слово? И показать потом, где это масло стоит. Да, или там масло сливочное, масло растительное. Ну, для нее это уже все. Вот. Ну и последнее, это, конечно же, таблетки для посудомоечных машин. Очень мне нравится, но у них есть такой недостаток, но я же не пойду в магазин из этого недостатка покупать. Во-первых, маленькая, удобная очень упаковка, что мне нравится. А вот во-вторых, мне не нравится то, что каждую нужно чистить. Хочется просто взять и класть машину, да, не хочется каждую вот очищать и потом уже только класть. А так, в принципе, очень хорошо моют, отмывают, великолепно, посуда блестит. 20 таблеточек, ну, никаких претензий, в принципе, нету. Скажу честно, очень хорошая, качественная такая шикарная вещь, которая действительно должна быть в каждом доме, если есть посудомойка. Артикул 30060. Вот такая вот красота. Вот состав. Тут идет открытый состав. И плюс ко всему он идет натуральный, биоразлагаемый, экологически чистый и не наносит вреда окружающей среде, что очень радует. И даже получил сертификат халяль. Да, вот такие 20 таблеточек по 20 грамм. Ну что ж, мои дорогие, это была моя коробочка с заказом на крупную сумму, да, почти на 30 тысяч рублей. С вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.